Всем привет! Сегодня у нас 31-е. Кстати, вот повалило дерево от ветра. Сегодня у нас 31 мая, последний день весны. И я сейчас иду к Сереже. Мы едем к Сережным родителям. Там у них идет ремонт. Мы посмотрим, что там такое. Так, стой. У Маши сегодня был экзамен. Она его написала, уже пришла домой. Кстати, у нас похолодало. На улице где-то 13 градусов. Все в куртках. А еще только вчера было 23 градуса тепла. В машине мы едем в рабочий Сережиной. Скажи всем привет. Да-да-да. Привет. Медведь. Так что Маша сегодня ходила на экзамен. Утром информатика у нее была. Пришла вроде довольна. Говорит, что было легко. Ну, посмотрим. А у Сережных родителей ремонт. И вот посмотрим, как там, что рабочие делают. Потому что, в общем, рабочие требуют деньги. По договору. Надо посмотреть вообще, что они делают там. Вперед требуют деньги. Ну и по делам поедем, по Сережину. В принципе, солнышко сегодня было, Сереж? Было. Сейчас есть. Ну да. Просто похолодало чуть-чуть. Вот стал пух уже лететь, мне кажется, да? Все, в общем, включусь уже, наверное, там, может, у родителей. Ну, может и нет. Едем мы вначале в Серпухов по делам, потом уже к родителям. Кстати, вот тут на обочинах стригут траву везде, мы видели. Много людей. А тут какие-то лужицы, а вот там, где не было, там прям стригли траву. Здесь работы какие-то проводят. Ну, ремаются. Пробки создают, видишь. А, ты считаешь, сколько грузовиков? Да очень много грузовиков. Одни грузовики стоят. Это вроде припарковался. Думал, ехать им или не ехать. И бабушка голосует. А, вот такая вот бабулечка. Никто не останавливается. У нас тут вообще в машине два места. Бабулечка, бабулечка, да. А вдруг это спецназ? Да. Очень много, кстати, поваленных деревьев. И они прям с такими корнями. Тебе не поверят. Не засняла? Нет. Ну, во-первых, они вот сейчас будут, вот опять. Вот лежат за поваленное дерево. И корни у них прям какие-то поверхностные, потому что, ну ладно, здесь срублены. А корни просто очень тонким слоем идут. Вот опять. То есть получается только вверху, что ли, у них поверху корни, а как же внутрь? И вот таких деревьев очень много мы проехали там. Да и здесь вот они вот два встретили сейчас, на камеру попались. Может, сейчас еще попадутся. Интересно. Это что у нас такие ураганы тут? И как давно они так лежат? Ну, кстати, знак, что тут могут и дети бегать, и олени бегать, или лоси. Вот еще дерево. Вот еще дерево валяется. Вот корень дерева.
поверхностные. В общем, тут едешь, и одни деревья поваленные. Странно. Там как будто какой-то мамай прошелся. Вот опять фуры. Это торговый центр в Серпухове. Там овощи. Мы доехали. Идем. Кстати, видно следы от цемента. Вот и цемент. И это мусор. Зачем его выкидываете? Это собственность зала Ремонков. Слушай, а что ты ящик выкидываешь? Плитка красивая. Она сказала, что она не помнит. Ну-ка. Здрасте. А вы нас не ждали, а мы приехали. Нет. Потолок есть, вот все стены сегодня он отдирал здесь. Ну вот все, это я еще забила, вы не писали, что здесь было.
Вот все бросят, как это и уходят. И вот потолок, видишь, вот покрасили, чтобы она, может, завтра, но я не знаю, как она завтра начнет. Я не верю, что она еще завтра начнет что-то делать. Вот этот парень, который третий, он вот, все черновые работы. Андресоль убрали, потому что вот, видишь, здесь двери. Двери-то поднялись, и она мешает. Пришлось ее разобрать. Я не хотела разбирать ее. Ну да. Да. Туда положить что-то да, можно. Да, да. А пришлось разобрать, потому что ты видишь, куда она? Ну, я вижу, да. Видишь, она мне просто... Двери эти выше. Ну вот, сделали это, Жень. Вот так. Вот таким образом. Он сказал, он приедет, привезет провод нормальный, когда новую плитку подключать. И это самое... Можно, говорит, хоть вот туда ее поставить, хоть вот сюда, говорит, можно. Я, говорит, вам только скажите, какой длинный, говорит, они до 5 метров бывают. Но только вот такой надо, не такой, а такой настоящий. Красить, это она сегодня вот это и делала. Теперь она осталась ей только покрасить потолок. Вот. Ну и стены, значит, покрывала, не забудет она еще на раз. И когда она закончит... Когда будет потом попала. И приклеила вот эти. И я, а я ей говорю, как же, говорю, вы подали. Она говорит, сделаю. Ну, я смотрю, думаю, это ровно, что сделать. Ну, я не знаю, вот завтра, если я им денег не дам, они смогут собраться и уйти. Куда они? И мои 100 тысяч пропали. Ну, что вот эти дела? А, они темные, это они под цвет красного дерева, да. Они очень красивые. Угу. Качественные очень. А рыжие надоели, да. А хочу такой же пол, а мебель будет светлая, если чего, когда буду менять мебель. Да. Буду зарабатывать и буду менять. И пол будет тоже такой, пол, да? Да, будет пол темный, а мебель будет вся светлая совершенно. Угу. Стены светлые, мебель светлая. Из-за этого такие дела. Они очень хорошо смотрятся, очень красиво. Туалет, да? Да, туалет, ванная и вот эту комнату такие же дела. И это самое. А те со стеклами, смотрим, только без дела без стекол. Короче, скажи, я пускай. Что за херня горит тогда? Это так можно заводить, когда тут никто не живет. А что бы там, это комнат? Нет, все. Пока я ничего не дам вам. Пока не сделают. Пока там... сейчас все силы кидают на туалет с вами. Ну, на туалет вот и на... Побыли мы в гостях. Все. Сейчас уже сколько времени? 9? Да, почти 9 часов, и мы вышли домой. Поговорили, посидели. Так, посмотрели ремонт, сделано мало еще. Кое-что я засняла. Все. Такие тут сосны красивые. Детская площадка. Это школа или садик. Темнело уже, 9:19, это мы сейчас опять по Серпухову едем. На улице 8 градусов тепла, 8. Павлины везде вот эти поставлены. Его не видно было, но да. Сейчас будет красиво вот церковь светиться. На этап светится. Тут речка. И вот открывается такой красивый вид. Очень красиво. И еще вот там тоже впереди. Собор Чудотворца, да? Вот ночной Серпухов.
вечерний. Очень даже ничего смотрится. Столько фонариков. Может, сосиску? А. Не хочешь? А где Макдональдс? Макдональдс тут нету. А где есть сосиска? Там что за подраз, я буду ехать. Макдак тоже где-то должен быть. Макдак будет только там же, вот за Москвой. Блин. В Серпухове нет Макдак. Здесь Макдак нету. Кстати, вот светофоры все вот так всегда у нас отсчитываются. Сколько осталось. Еще звуковой сигнал подают некоторые. Не знаю, все ли, но в Москве подают. 4, 3, 2, 1, 0. Да. Теперь написано 63. Это зеленый будет гореть. А вот тут написано 130. Красный. Это очень удобно, потому что когда подходишь, знаешь, то ли можно еще перебежать дорогу, то ли ты уже не успеешь. Ну и для водителей тоже. Удобно. Какая-то пицца. Кафе. Автобусики тут в Серпухове такие какие-то маленькие, да? Здесь машины-то. Старенькие. Это не старенькие, это просто маленькие. А, новые, да? Просто маленькие. Ну, значит, просто маленькие. Он большой есть, пожалуйста. Да, он там стоит большой. Такие вот старые дома есть. И рядом есть такой старый дом, а напротив такой торговый центр, да? Это вот сюда какой-то завод был. Завод, ну, короче, контраст. Сделали его. Вот опять такой старенький-старенький домик. А рядом современный. В общем, контрасты тут. Улица Лермонтова. А вот там высотки стоят. Проезжаем сейчас вот тут вот ленту. Горит. Забывай, и там, кстати, сбоку, вон там сейчас не видно. Где мой палец? Вот. Subway, вот Subway. И мы хотим туда заехать. Потому что мы не ели ничего со вчерашнего вечера. Утром только кофе попили. И все. Потом, в общем, утром я не хотела есть. Я попил, потом... ты попила в обед. Ну какая разница-то? За весь день мы выпили только кофе. Я даже не допила его. Потому что ты сказал мне, что надо идти. И в итоге есть хотим. Вейка — это хороший вариант, только сейчас надо будет выбирать, что вот она в булку-то класть. Ну, посмотрим. Кстати, он работает? Вейка-то? По-моему, они должны долго работать. Вейка-то. Время у нас 9:30. Сейчас посмотрим. Забывай. Мы проезжаем мимо ленты. Я даже не знаю, была когда-нибудь в ленте или нет. Нет, по-моему. Супермаркет. Ну да, но просто я говорю, что я, по-моему, никогда не была в нем. А вот Subway только непонятно. Он как? Работает? Нет. Ну да, вообще тут вообще-то должен быть, нет? Это все. Собака не работает. Работает. Где тогда вход? Смотри, снимать нельзя. Вы придумали. Сказку. Как тебе?
суши-маркет. Реально закрыто. Субой. У нас 9:30. Ну что, в магазин не пойдем? Обломались мы. Ну, я не хочу. Сосиску я не хочу. Короче, мы обломались. Единственное, что я взяла, это вот этот журнал «Лента». Так я никогда не была. Посмотрю, что тут и по каким ценам. И все. И на этом наш поход в Subway закончился, даже не начавшись. Поедем есть эту сосиску в тесте. Ну, не в тесте. Чего? Ну, не в тесте сосиску, а как его? В общем, сосиски датские. Хот-дог. Хот-дог, да. Я хочу датский открытый. В общем, теперь мы приехали за сосисками. Заправка. Ну, тут что будет? Сэндвич еще есть. Такой сэндвич хочу. Такой вот. Че он такой толстый? Да несколько их там, наверное, тебе красные. С ростом курицы и ветчиной. Сосиски. Ну что, чего есть? Сосиски? Есть сосиски? Как это что-то вращается? Вот сосиски. Футболки. Датский дог давай. Ой, датский хот-дог. Какой? Ну, какой из любой сосиски. Вот какая темная какая. Датский. Есть датский открытый? Вот. До картинки открытый. Какие термобутылка FIFA 2018. Термобутылки такие. Оказывается, их еще и подогревают. Да. А я думала, так просто. Подъедаешь. Главное, чтобы не съели, да? Разогревается вон там. Это в волшебном ящике. Да, в том. Там вот. Там, по-моему, много бутербродов, да, можно разделить. Да. Там еще не платили. Один он. Ты же оплатил, да? Вот, покажешь, что тут получилось. И так это выглядит. Ну-ка. Держи, есть срок годности? Спасибо. Вот там что, ну нормально срок годности. И вот такую еще, вот такую булочку. В общем, вот с таким мы выходим. Сосиску решили пока не заказывать, может еще в Макдак заедем в Москве. А сейчас перекусим вот этим. Посмотрим, вкусно это или нет. Вообще должно быть вкусно, я думаю. Мне кажется, на каждом слою что-то свое. Что это будем кушать? Чего? Ну, не знаю. А что у меня? У меня одна булка пока. Логично. Тут внутри ветчина с
сыр, но не очень много, кстати. Это перед собой. Да, тут что-то дорого, да? Ну-ка. Ну, это кусочек ветчины вообще. Кусочек сыра, очень странно. Дорого и мало. Угу. Одна булка. Ура. Вот, это, мне даже кажется, вот, да. Вот, просто куски сыра на засунуты, смотри, а ветчина просто боком аж сложена. У нас с собой есть драйв энергетический. В общем, вот это ничего особенного. Да. И стоит она почти 190 рублей, да? Угу. Цена вообще неадекватная. Да. Рублей за 100 еще можно ее брать, да? Угу. Уже стало не стоит. Так, теперь мы дошли, что касается вот этих бутербродов. Я вот так приоткрыла. Короче, там, сейчас покажу. Овощи, ветчинка и сыр. Но правда хлеб мягкий, в отличие от того. Я думаю, может и ничего будет. Пробуем. В общем, съели мы эти бутерброды и булку. Полная шляпа. Сухо, немножко там ветчинки, немножко чего-то, соусов нету внутри, поэтому никакого особенного вкуса нет, как будто бутерброд дома сделал с сыром. Причем самый дешманский. Да. Я и даже ветчиной. Дома уже делаю. Да, дома вкуснее сделаешь, поэтому. В общем, фигня полная еще за такие. Толстенный. Да, еще за такие деньги вообще нереально. Больше не будем такое брать. Ну нафиг. Теперь хочется пить. Жутко. Мы уже весь этот драйв выпили. Вот, в общем, ладно, поедем искать Макдак около Москвы. Вот не умеют делать. Это, кстати, российский, да, был бутерброд? Да. Ну нет, не умеют делать. Кстати, когда мы ездили на юг, помнишь, купили какую-то типа, ну не лаваша такого, ну тоже было завернуто что-то. На стоянке уже там, на юге. Типа. А, фу! И тоже нам не понравилось. Нет. Короче, там был типа в лаваш было завернуто тоже. Типа нет. Шаурмы что-то. Но нет. Это тоже было все запечатано, заводское, не то, что делали, нет. А вот именно заводское, ну вот как мы сейчас бутербродик покупали в такой. И тоже вообще нам не понравилось. Короче, вот это невозможно покупать, эти вот готовые в этих пакетиках. Ну, штуки. Они сами, кто вот готовил, кто продумал, они сами пробовали это. Да, вот у меня вопрос. Вообще, ну... И цену еще такую назначают. Они, наверное, думают, ну еда же. Да. Не, ну, конечно, и еда. Сожрут, да? Да. Так что нет. Представляешь, получается, чизбургер стоит дешевле. Да. И он вкуснее. Так он там все вообще как надо. Да, в общем. Так что вот такие у нас эмоции после нашей еды. Едем дальше. Вот, кстати, едет скорая помощь, сразу все прижимаются к обочине, вот мы тоже прижались, и все. Вот все машины, они все ехали в ряду, и они все прижались. Они должны не прижаться, что ли? Ну, почему так некоторые... Это глышка будет, знаешь, это... Да. Нет, просто некоторые говорят, что типа вот у нас не прижимаются, что вот за границей прижимаются сразу все, уступают дорогу, а у нас не уступают. Не знаю, я вот сколько встречала, все всегда уступают, что полиция... Я был пару раз, я видел, когда... Реально не уступали. Ну это ну редко, скажи, редко, все равно да. Как бы, если едет спецтехника какая-то с мигалкой, то все сразу прижимаются и стараются все равно пропустить. И скорую же могут, а чтобы если гаишники, вот, то тебя сразу все пропускают. Еще не пропустишь их. А скорую видел, а скорую не пропускали. Короче, доехали мы до нашего любимого Макдака. Цезарь ролл это... Чикен. Подожди, чикен ролл это с курицей, цезарь ролл, это не знаешь, что такое? А, ты рыбный вообще ролл брал. Где ты брал? Рыбный. Цезарь ролл. Ну, любой ролл возьми. Добрый вечер, я могу звать. А, добрый вечер, а, Катя, а ролл какой сейчас есть? Чего сейчас? Роллы какие сейчас есть? Цезарь ролл, фиш ролл, шрим ролл, с креветками, все без креветки. Фиш или чикен, любой. Давайте чикен давайте.
курицы, да? Да, с курицы два. Два штуки. Картофель фри. Картофель фри средний. И соус. А соус средний? Что? Картофель фри средний, соус какой? Да, соус. Ну, давай карри. Соус карри. Все. А все. Проверьте, пожалуйста, у вас заказ механизм. Картофель стандартный, соус карри. Да, да, верно, да. Сумма вашего заказа 298 рублей, пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Вот заказали мы два ролла на картошечку. И вот столько машин перед нами. А время 11 часов почти, без 10-11. Машинки есть. В Макдаке всегда есть машинки. Да. Ну, небо тебе небо. Да. Главное, что работает он, в отличие от Subway. И точно знаешь, что будет вкусно, в отличие от заправки. Да. Это большой плюс. Кстати, я себя сегодня вообще не показывала, как я выгляжу-то. А вот и я. А я? Ну, а тебя я показывала часто. А вот я. Угу. На улице очень похолодало. Открываешь окно и прям холодно-холодно. Батареи выключили. А у нас и воду горячую дома, кстати, выключили. Сережа повесил нагреватель проточный. Ну, хоть как-то справляемся. Вот я даже голову сегодня помыла. Так что холодно, да. Сейчас дождемся наш заказ. Сегодня у нас маленький заказ, так что нам не скажут ждать. Ждите ответа. Ну, вот она наша еда. Итак, мы доехали, очень устали, 12 часов за рулем, 12 часов я села к Сереже, сейчас 12 ночи. Идем домой, пьем чай. Я хочу спать жутко. Спала мало сегодня, поэтому все, спать, спать и спать.